Алиэкспресс за 310 рублей. Ну, чего там на коробке написано, показывать не буду. Вот сам райдер. Ну, в смысле, на коробке с почты. Была обычная почтовая упаковка и разиралась в таком вот формате. Так. Чуть-чуть камеру поправлю. Значит, ну, смотрим, какая длина у провода. Обещанные 0,5 метра. Полметра провод USB 3.0. Сам Razer с пин 6. Но, честно сказать, я их буду использовать через вот этот переходник на Molex. Потому что переходник есть, и все, как бы на этом все нормально. Хотя говорят, что этого не стоит делать. Но я их заказал только два, поэтому лучше, конечно, брать, чтобы здесь был, вернее, вот это SATA, а чтобы вот здесь был Molex. Лучше вот такие покупать. Значит, ну, собственно, USB здесь все работает. Пропайка. Давайте взглянем на пропайку. Ну, дальше не вижу смысла открывать, претензий к ней нет. Все в порядке, все нормально. Так, ну вот эта штука. Это в материнскую плату. Ну, в общем-то, вот и все. Вот второй, он точно такой же. Ссылку я оставлю на эти Razer с AliExpress в описании. Я их уже проверил. Они оба рабочие. Все в порядке. Можно заказывать, не стесняться. Все, всем спасибо.